Совсем скоро начнется реконструкция Октябрьского проспекта. Масштабный проект, который избавит жителей от пробок, реализуется по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Во время рабочего визита в Люберцы глава региона детально ознакомился с планом работ. Октябрьский проспект – самая протяженная улица Люберец и основной выезд в Москву. 14 светофоров, установленных на магистрали, серьезно затрудняют движение. Сейчас еще небольшие пробки, в час пик будут, конечно, очень большие. Я на маленькие расстояния здесь езжу. Несмотря на то, что расстояние маленькое, времени очень много занимает. Но как-то хочется, чтобы разрешилось. Там перекрыли, возле станции перекрыли. Раньше можно было объехать, кто живет, тот знает. А уже, по-моему, все знают. А сейчас нигде не объехать и только здесь стоять. Спасти ситуацию может только масштабная реконструкция. Она пройдет в 5 этапов. В первую очередь планируется увеличить количество полос движения с 4 до 6. Над двумя загруженными перекрестками на улицах Красная и Смирновская построят путепровод. Общий объем строительно-монтажных работ составляет 12,8 миллиарда рублей. Мы реконструируем Октябрьский проспект на протяженности почти 6,5 километров. Работы начнутся уже этим летом. Мы не планируем закрывать Октябрьский проспект и не планируем ухудшать движение, значит, на этой очень важной, как бы и нужной автомобильной дороге. Два подземных пешеходных перехода, 3 светофора и 7 автобусных остановок также вошли в план первого этапа реконструкции. Он завершится в 2022 году. Я заранее попрошу прощения за то, что мы, наверное, когда будем строить, будем немножко шуметь, но вы понимаете, что без этого настройки нельзя. По всему, по всему ходу движения путепровода будут предусмотрены защитные экраны длиной 800 метров, так чтобы это было удобно. Я вас уверяю, по итогу строительства тут будет тише, чем сейчас. Реконструкция Октябрьского проспекта подойдет к финишной прямой в 2025 году. Ожидается, что к тому времени пропускная способность трассы составит 115 тысяч автомобилей в сутки. Луиза Егязарян, Валерий Абсолямов, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.